Всем привет, с вами FreeFly, и у меня в 15-литровом аквариуме каким-то образом появился малек. Сначала я не понял, что-то мелькнуло, я посмотрел, показалось что-то. Потом смотрю, чей-то хвостик торчит. Смотрю, малек. Если честно, вообще не ожидал. Возможно, от неонов, возможно, от гуппи. Но для неонов я не создавал никаких условий для нереста. Поэтому процентов 5-10, возможно, они отнерестились, но маленький факт. Дальше, гуппи у меня еще ни разу не нерестились, животы у них только набиваются. Поэтому тоже маленький шанс. Во-первых, во-вторых, если бы даже они отнерестились бы, гупешки, то тогда было бы много мальков, и поза у них был бы... маленькая. А у них только она набивается, и где-то через не 10-12, возможно, они отнерестятся. Есть шанс, хотя, что у рыбки был стресс, и во время стрессового состояния, одного малька скинули. Но реально маленький шанс. Во-первых, во-вторых, стрессовых ситуаций я не создавал. Подмены были дней 2 назад. В общем-то, после я их только кормлю и больше их не тревожу. И вот буквально вот это вот все случилось 3 дня назад. И вот сейчас уже 3 дня прошло, и еще одного малька я обнаружил. Вот. Но вот этого второго малька я обнаружил после подмены воды. Ну, а кто знает, откуда малек, то поделитесь.